Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Пословица. Вот это судачок. Тихо-тихо, поехали. Так вот, бродяга. Ну что, привет, друзья! Привет-привет всем! Сегодня мы в очередной раз с Ромкой выехали за судаком. Будем рыбачить в верховьях ОВХ, Спирина, Усть-Алиус, Масляха и Соколовская протока. Да, поднимемся немного выше, покатаемся по заснеженному морю, порассекаем на тачке. Рыбачим сегодня на киодовские вибы. Вибы от компании Киода. В размерах 90 мм 29 грамм и 80 мм 22 грамма. Ну и какой же сработает? Давайте вместе подумаем. Пишите в комментариях, как считаете, какой вип сработает сегодня. Также такой есть интересный. Ромка рыбачит. О, так у меня и киодовский такой тоже расцветки. Ну, ладно. Это так-то твой и есть киодовский? Я-то свой скушал. Точнее, не я скушал, а... Кто-то очень большой и голодный скушал нарволовский вот такой вип в такой расцветке. Поэтому Ромка рыбачит на киодовский в такой расцветке. А, еще у нас есть вот такой вот, да. Новая моделька этого года. Ну и дергает сегодня эти вибы палочка от Киоды Hard HD 60. Они у нас есть в магазине в продаже, поэтому палочка рабочая, хорошая, мне очень понравилась, ништяк. Сегодня у нас второй машиной Дэн на форике, поэтому мы в паре будем искать судака. Ну а что из этого вышло, смотрите в этом видео. Спирина онлайн. Пока что тишина. Ветерок дует. Штрафнички только попались у двоих. И все. Ждем хапок. Че, куда поедем? В Алиус? Но. Надо здесь поискать, он и здесь есть. Ну. Так, вот он бурил. Нет, это старое, замерзшее уже. А нет, свежее. Ни одного подхода? Вообще ни одного. Едем дальше? Конечно. Поехали. Сегодня мы приехали в Спирино погонять зимнего судака. Это уже второй выезд этого сезона. Первый был безрезультатный. Накануне вечером я ознакомился с прогнозом погоды и был удивлен резким сломом со вторника на среду. Обильный снегопад сменялся резким скачком давления и понижением температуры до минус 30. Это слом. Надо ехать. И вот мы с вами на льду, в ожидании выхода пресловутого судака. О, мы вообще на глубине стоим. Ну свал вот сюда пошел. Видишь? Вот эти грибы надо вот тут смотреть. Вот здесь можно? Здесь, да. Посмотрим. Вот именно вот сюда, вот туда переезжай. Давай на метров на 20 поедем. Давай.
доставай. Будем пробовать. Нету? А глубина? Глубина какая? 2? И подходов ничего вообще нету? Че, может тогда валюс? Забирайте Женьку. Ну поехали туда. Все спрятались. Не доезжая дробилочки, все сидят. Тоже, да, вот интересно, почему вот именно сюда все приехали. Что там эхолот кажет? Я вид не вижу. Нет, нахуй. Это сука, лезь. Подход был. Не лезет. Ну. Не лезет? Верни его. Ключ дай быстро. Сейчас. Раз смотрим, что Сергей зашевелился, что-то тут присел, под машину спрятался. Да это клещ. А, ну клещ, то хорошо. Мы хотим пятерика. Бьется, сука. Че, не заходит? Все так подошли сразу. Сергей зашевелился просто. Стой. О, блядь, тихо, стой. Это не лещ. Вот он. А по сути не я буду. Ну, у него висет. Вот такой вот, ребята, судачок взялся. Вот это ништяк. Вот это ништяк. Почему? Ага. Спасибо. В эхолоте я подход увидел. Да? Да, у меня подход. Вот он, друзья. Судачара. Ну, открывай, пока никто не видит. Это не зря переехали, да? Дэн такой сразу: а что у вас тут, Сергей, происходит? А ты еще такой в лунку, бах, морда такая и не пролазит. Я бы его багром почувствовал. Так, ну вот взялся вот на такой вот мухоморчик. Вот, ну а мы едем дальше. Какой-то ударчик, что ли? Опа, здесь еще удар, прикинь. Правильно, в сторону. А? В
кран сорвал. Понял, кран черный не хочет. Сука, это лещи. Багрятся. Это маленький стоит. 80-й. Да ну на. Это что, удар был? Да. Это... Прям. Сломалась удочка? Или просто леска провалась? А подход был? Ты в шоке вообще. Прям щелчок такой, бах. Это что было? И прям удар? Прям жесткий. Прям отдай удочку. Я прям его увидел. В этом, в эхолоте? Да. Кэндивит сработал. Нарвал. Сработал, но один раз. Как? Клюв лопнул. Так ты дернул-то как? Ну как? Как поклевка. Вон, смотри. Отойди. Отойди. Отойди, Ром. Ну все, перевязывайся и заново. Закидывай мою лунку быстрее. 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 Подожди. Подожди. Ром, иди сюда. Да. Подожди. Тихо. Подожди, стой. Бродяга еще один. Снова, друзья, сработал мухоморчик. Вот, друзья, очередной судачок. Такой вот бродяга. На мухоморчика взял вот киоды. Вот такие вот пацаны сегодня клюют. Так, ну-ка, пацан, отдай мне мой вип. Что ты хорошо зацепился. Вот такой вот бродяга взялся. Вот это пацан бодрый. Клыкастик. Я тоже одного понял. Большого? А вот ты говоришь. А какая глубина? Около 4. Так, забили точку с Усанини. Поедем дальше сейчас. Так, отъехали немножко дальше, ближе к дробилке. Ну, собственно говоря, вот она, дробилочка. Здесь скопление тоже народа неплохое. Попробуем здесь помочить наши вибы. Ну, да, несется. Товарищи наши подъехали. Денчик на форике. Пацаны, клюет, что нет?
Это ты сейчас там подтонулся, да, перед номером? Ну, конечно. Типа Тащенко. Ну что, есть поклевки? Да только приехали. Подходы есть? Блин, ты как подтащик мой сыграет? Вон, ты слышал, что у меня было. Что там было еще что-нибудь? Было там еще что-нибудь? Нет, все так, тишина, все забегали. Ну здесь вон Ромка опустил сразу, говорит, подходы есть. А глубоко? 5 метров. Течка. Здесь, да, в этом месте. Под вечером мы все ставим. Ну я точку там забил. И точку эту забили на всякий случай. Какую? Ту, ну. Я тоже забил. Там ты забил на это все. Поехали, давай, пока машины его найдут. Ну что, мы здесь посидим? Да, или поехали в маслях. Ладно, поехали. Все, приехали в Масляху, выгружаемся. Дэн, он уже здесь. Пару раз пробили до отбоя. Сейчас полезу смотреть. Доехали до Соколовской протоки. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас есть. А то, может, обратно на дробилочку сейчас поедем. Тихо? Тихо. А? Вообще деляк. Они уже и в Каменске были, и там были. Поехали в Оливуду, да? И было еще. Там хоть что-то клевало. Ну здесь хотя бы съездили, разведали. Здесь в феврале хорошо. Почему-то. Что, поехали обратно? На ту точку? Поехали до Оливуса, но там полазит. Там, если что, он уже в любом случае на крайняк они его погонят в сторону переправы. В основном. Ну все, полетели тогда. Леньку не забудьте. Опа. Народ-то вот он где. Не зря же он сюда подлетел. А мы эффективно боком, бочком затормозились. Я поймал почти что. Не белый. Ты что, нам показали сейчас? Нет, это я говорю. А? Что, привет? Так, Дэн только пробурился и уже поймал. У тебя темнота? О, у меня поклевка. У меня поклевка, Ром, была. Я знаю, что там вся тьма стоит. Что там, эхолот кажет? Черноту. Давай только не обрыв, а. О, зацепилась. Все, прям дальше. Он поливает просто. Че? Ну прозрачность. Ну. Вот, пока не пьет. О, есть. Сошел, сука. Нет. Давай, 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 бродяга. Давай. Блять, не залазит, кстати, вон. Тихо, тихо.
Я вижу вип. Я вижу вип. Вот он, бродяга. Смотрите, друзья, вот это судачело. Вот это судак. Вот это судак. Открой багажник, я сразу закину. Ты видел, да? Какая морда, блядь. А я его в лунку, понял? Я его понял, в лунку завести не могу, короче. Вип я вижу. С нижней кромки льда он упирается. Вот это, ребята, попали. Нормально. Удивительно, что до сих пор нас не обурили. Ты чё там встал? Зачетный? Какой еще пацан? Ну что, друзья, уже стемнело. Мы с Ромкой решили остановиться ближе к Спирино уже, к переправе. Подергать. Остановились, Ромка, подергай ближе к переправе, да? Ну, напластали сегодня с ребятами. Так, чисто поужинать. Ну вот, Спирино. Сегодня что у нас? 13 декабря. Алангро и компания, так сказать. Не смотрите на меня, я с нулем. Ну вот так вот половили сегодня. Пойдет. Итак, ну что, друзья, вот так вот мы сегодня порыбачили в Спирино. Почувствовали хорошие поклевки. Половили хороших крупных судаков. Поэтому... Думаю, на этих выходных здесь будет просто оттас. Так что собирайтесь, заезжайте в магазин, приобретайте самые ловчие приманки и газуйте на лед за судаком. Всем ни хвоста, ни чешуи. Ну и как обычно, увидимся на реке. Всем пока. Всем счастливо. Ездит по внедороге.